Всем привет, ребята. Не знаю, как меня видно. Наверное, хреновастенько. Время у нас 1:00. Мы решили выбраться далеко-далеко от Москвы на реку Красивые Меча. Или Красивые Меча. Как правильно? Точно. Даже не знаю. Сегодня я, Андрюха, Тёма. Решили познакомиться с этой рекой. В этих местах мы не были ни разу. Открыли карту и просто, как говорится, пальцем в небо. И поехали. Тыкнули пальцем, вот здесь мы встречаемся. Отсюда начнется изучение данной реки. Вот, я уже на месте. Ребята где-то в пути, буду их ждать. В машинах мы переночуем. Расцветет, и дальше будем уже смотреть. Аж дальше я там проехал. И смотрю, там дороги очень такие серьезные. Бездорожье дикое, и на своей машине я туда суваться не буду. Плюс, так как понял, по приезду здесь шли очень сильные дожди. Там гора такая глинистая. С горы спуститься можно, а вот потом боюсь, как бы... Ну, не то, что никак бы, я просто не поднимусь. Ну вот, поэтому машину, я думаю, оставим здесь. Если они, конечно, никому не помешают. Здесь такая темень, конечно, ужас. Сзади там дом жилой, там свет горит. Не знаю, надеюсь, никому не помешаем. Ну вот, в общем, жду Андрюху. А там уже все по факту. Все будем смотреть уже, думаю, по рассвету. Сейчас темень такая вообще, ничего не видно. Несмотря на то, что дожди прошли, погода сейчас 17 градусов в машине показывает. Ну, плюс тепло от двигателя, наверное, градусов 15-14. Мошки, я вышел на улицу, мошки такие. Ну, влажно, скользко, лужи везде. Как-то вот так вот. Ладно, жду Андрюху, Тёму спать, а дальше уже будет все видно. Вот и утро наступило. Реки нет, зато есть валежник. Офигенный. Сейчас мы толстого медведя зашлем. Самого первого. Пусть лезет. Да, карта показывает одно, а на самом деле все по-другому. Он знаком, говорит, наступил в говно, а вступил в говно. Вступил. Больше говна России, блядь. Че, по грибы пойдем? На какой сегодня крен грибы-то будут брать, бля? Я думаю, на пуга. А че, мне кажется, надо левее, или мы здесь пойдем? Вообще непонятно просто, куда идти. Нет, он выбирает там это. Щадящий путь? Да, блин. А где река? Не слышали. Сейчас грибников встретим, они нас увидят, скажут, нихера, пацаны со спиннингами, что ли? За грибами. Что-то новое. Скажут, вы городские совсем уже спятили. Ну ладно, ребят, будем пробираться мы дальше. Все понятно пока, что ничего не понятно. Двигаем, в общем. Реку мы видели, но по ней не пройти, брат. Глубокая она очень. Даже по берегу не пройдешь по воде. Поэтому пока как-то так все. Мы вроде как дошли до реки. Но не знаю, какая здесь глубина. Че это по глубине, Тём? Пока так. Тут ступеньки сделал даже. Однозначно здесь чей-то лагерь был. Да, и ступеньки. Глубоко, да? Пока нет.
Затягивает или нормальное дно? Камень. Дно камень. Это да. Какая вода-то прозрачная. Ну что, сделаем первый заброс, а дальше уже по факту. Яма. Офигеть. Тёма, портфель. Уже мокрый. Гуляем по реке, знакомимся с местами, с новыми, изучаем. И тут вот такая интересная штуковина. Сначала было непонятно, откуда такая муть, а вот ключи бьют. И рыбка там гуляет. Тём, не лезь сюда. Не лезь, не лезь. Тут ключи бьют, ключи бьют. Вообще не лезь. Пытался ногу вытащить. А. Здесь очень опасное место. Это жерех. Блин, завел в траву. Какой красавец. Гонялся он. Как его тут. Ё-моё. Красавец какой. Красавец. Ух ты. О. Да. Вот это красавчик. Вот это прям красиво. Так, все, иди в жопу, ты поймал. Кайф. Давай, теперь я. Кайф. Тёма отпускает. Свалиться. Давай, друг, живи.
Все. Ушел. Ух, кайф. Сильный рыб. Прямо аж это. Фух, выдохнул. Ну, конечно, такой, да. Мне бы поуговаривать надо было. Он себя уже проявил здесь. Вот это, конечно, тяжело. Хорошо, что снасть мощная. И так он в траву завел и все. Переехали в другое место. А тут пес на дороге стоит. Эй, ну иди скорей. Иди скорей. Ну чего ты? Вот такой красивый пес. Потерялся, что ли? Идите, дам сосиску. Вот он стоит. А у меня тут есть колбаска, сосиски в тесте. Жена наделала. Иди скорей. Иди скорее. Да на. А, это девочка. Ну на колбаску, на. Она не возьмет из рук. Кидать надо. Кидай. Да не будет, она боится. На. О. Так. Он детям, наверное, сейчас возьмет. Она не верит своему счастью. Сейчас мы ей еще подкинем. На тебе еще, вот. Еще и еще. Худая, хвост поджала. Е-мое. А что не ешь сосиску-то? О. Ест, хлебушку, сосиску, все ест. Прям на дороге сидела, прям, представляешь, посреди дороги. Она думала, все, жизнь, наверное, у нее закончена. Говорит, сяду я посреди дороги. Прятать пошла. Тема туда пошел. Андрюха сюда пошел. Так, а здесь спускаться-то проблемно. Красота-то какая, ё-моё. Да. Так, у тебя воблер, да? Да, премиум. Я пока колебалку. Вода прозрачная. Нифига себе затянул. А кусты. Тебя тоже, да? Да. Вот такой тягун прям вообще. Конкретно, да, у меня зацеп вообще капитальный. Даже не трава, я не знаю, куда я уперся. Фига себе, он поворачивает, у него резина чуть не свистит. Так, ну ладно, пошел цеплять. Ну, вот выйти можно вроде. Не глубоко. Сейчас еще очки одену, чтобы лучше видно было. Да, траву уперся. Никуда там, непонятно. А, да, в траву. Здесь все в траве, даже не видно было. Травы очень много. Камней под ногами немерено. Место кайфово, конечно, но трава мешает. Кинуть.
места просто шикарные, но рыб не клюет. Что-то чем ниже мы переезжаем, тем вода мутнее становится. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Вот, и, наверное, поедем чуть выше. Так же, куда мы приезжали на первую точку, на первое место, там вода была прям чистая, прям прозрак. А здесь, конечно, с водой какая-то беда. Связаны ли с этим клев? Ну, не знаю. Сложно сказать. Ну, опять же, у нас разведка. Мы просто открываем карту, смотрим по спутнику интересные места и туда едем. Тут мы вообще ничего не знаем. Для нас все новое. Каких там своих мест у нас здесь нет. Поэтому только разведка, разведка, разведка. Посвятим сегодня всю субботу этим разведкам. Сегодня мы нагуляемся, накатаемся. Да, Тём? Находимся сегодня, нагуляемся. Время уже первый час. Разогрело капец. Парит. Жарище. Мы переехали еще в одно место. Это я уже не знаю, какой по счету. Четвертое или третье. Фу. Катаемся тут везде. По разным местам. Снова куча травы. Просто ее немерено. Как кидать, тут вообще непонятно. Все заросшее. Фу. Ну, здесь хоть вода прозрачная. Прозрачная, прям прозрачная. Ага. Ну, наконец-то. Наконец-то целевая рыба поймана. Е-мое. Да сейчас тебя отпущу. Все. Беги. Небольшой головчик. Не стал его мучить. Руки горячие. Обжигать лишний раз рыбу. Пусть бежит. Думаю, его видно было. Угу. Меня не клюнул. Я вот кидал, кидался в него. Причем он за жаберную крышку, я его... Но он бодался. Бодался, да. Чё? А ладно, трава, епт. Белоперый какой-то. Красивый. За верхний тройник злой. А почему он белоперый? Бывает. Да. О, ругается. Господи, какой он злой, а?
красавчик. Прям видно, как я вышел, как он вышел из-под дерева. Ой. За верхний тройничок. Блин, сейчас надо его как-то освобождать, он у него рот закрыт. Рыб-то красивый, приятный. На камеру позировать никак. Ну все, друзья мои, на сегодня хорош. Хватит. Все, уже переоделись, едем обратно. Что сказать, места вообще очень крутые. Единственное, что немножко мы опоздали со временем в плане месяца. Очень много травы. Очень много травы. Места классные, но мешает бросать в приманки трава. Поклевок получили сегодня вообще кучу, немерено поклевок, тын-тын. Но рыба однозначно что-то сегодня как-то ее что-то прижало. Почему? Не знаю, может она переела. Но, тем не менее, мы целевую рыбу поймали, примерно на троих получилось 13 штук. Не считая жереха, Андрюха окуней поймал, Тёма тоже жереха поймал. Ну, в общем, в целом половили нормально, не считая того, что мы не знали вообще, куда ехали, что это за места. Просто пальцем в навигатор и погнали. Ну ладно, сейчас предстоит очень дальняя дорога. Сил, честно говоря, нету. Практически сутки не спамши. Ехать очень далеко. Вот. Теперь в путь дорогу. Давайте, друзья, до новых встреч. Пока.